Всем привет, и у нас еще одно зеркало от торговой марки Calypso. Модель новая, называется Sting. И она имеет несколько интересных отличий от основного модельного ряда. Давайте по порядку. Дизайн. Строгие, очень строгие формы. Квадратные. Прямоугольная, точнее. Что еще? У нее нет светопропускающего короба. Она, это зеркало в алюминиевом коробе. Причем короб идет четко по периметру зеркала. Еще интересно, на видео сложно, наверное, будет это показать. Но сама вот эта вот область, где подсветка, она интересно так обработана. Вживую очень интересно смотрится. Не самая яркая подсветка. То есть на такой размер это 120 сантиметров. Размер достаточно большой. На такой размер подсветка, я бы сказал, даже, наверное, неэффективна. Она больше имиджевая. Работа. Цена 11 155, в розницу стоит такое зеркало, ну, в Новосибирске, по крайней мере. Если в удаленном регионе, скорее всего, там еще добавится логистика. Вот точно так же выпускается в нескольких вариациях. Это пустой вариант, то есть только LED подсветка с диммером. Это с подогревом, то есть функция антизапотевания. Ну и, естественно, можно мультифункциональную панель тоже приобрести, чтобы была и музыка, Bluetooth, и радио, и календарь, и датчик температуры, и часы, соответственно. Вот такая интересная модель для ценителей минимализма. Тоже размеры присутствуют разные. Практически вся размерная у вас линейка заполнено. Спасибо за внимание.